Развитие спорта является государственной политикой Азербайджана. Страна входит в число передовых, в том числе в области спорта, и мы должны сохранить это лидерство. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками состоявшегося в Болгарии 7-го чемпионата Европы по борьбе. К слову, Азербайджан завоевал на этих соревнованиях 16 медалей, из которых 7 золотые. В стране проводится активная работа по привлечению молодежи к занятиям спортом и выявлению талантов. Главное управление молодежи и спорта города Баку со своей стороны проводит ряд культурно-спортивных массовых мероприятий. Это мультиспортивные мероприятия, в которые входит комплекс ряда спортивных соревнований и охватывает не только профессионалей, но и любителей. Для выявления из этой спортивной массы в последующем тех, кто выберет себе спортивное будущее, профессиональное спортивное будущее. Активно ведется реализация программы по установлению спортивных снарядов и площадок во дворах города Баку. Инициатором привлечения граждан к занятиям спортом выступила вице-президент фонда Гейдар Алиева Лейла Алиева. В этих дворах мы проводим дворовые спортивные соревнования по мини-футболу, по стритболу, по баскетболу. И вот вы знаете, на сегодняшний день в спортивной хартии, в олимпийском движении появилось такое название, как уличный спорт. Это синтез нового спортивного движения. И вот эти абад-мэгляляр, спортивные, вот эти мини-сооруженные спортивные дворы, как раз и подходят для осуществления этих вопросов, этих программ. И все это будет идти по нарастающей. В стратегии развития спорта особое место занимает проведение международных соревнований. В Азербайджане на самом высоком уровне были проведены Европейские игры, игры исламской солидарности. Баку стал площадкой для проведения этапа Гран-при Формулы-1. Все это указывает на признание Азербайджана со стороны международной спортивной общественности. Нахичевань мы провели международные шахматные соревнования. В последующем в Гяндже и в других крупных городах планируется проведение международных соревнований. Вы знаете, этот год от Шуши со стороны господина президента был объявлен, и ориентировочно к середине года, первые месяца лета, планируется проведение велотурнира по нашей новопостроенной дороге Зафар-Юлу. Если говорить о Баку, то в этом году столица впервые приняла чемпионат мира по акробатике. Также на этот год запланирован международный турнир по единоборствам, гран-при по борьбе и дзюдо. Проведение подобных соревнований помогает повысить престиж страны, доверие к ней со стороны международного спортивного сообщества и, конечно, выявить молодых талантливых спортсменов. Медина Гурбанова, CBC.